Привет, Квантум с вами. Сегодня та самая игра про тотальные разрушения. И в новой серии мы проведем массу веселых экспериментов. Посмотрим, что CG-гигант сделает с Кинг-Конгом. Или же что будет, если Терминатора посадить в блендер. Все это и многое другое ты узнаешь прямо сейчас. Не забывай про подписку на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а захочешь больше экспериментов Teardown? Дай мне знать, подпишись на канал и поставь лайк. Начинаем. Привет, смотрите, видите башня? Посмотрите наверх. И закладывайте вот так вот по кругу здания. Все, закладывайте, закладывайте. Главное, не взорвите это случайно. Потом это вот феерически. Вот так вот. И, Рос, заходи в здание и в здание закладывай все по кругу. Устроим большой бабах. Бу-бум. Так, я по периметру делаю. Внутри, внутри закладывайте. Это, короче, дружелюбная среда. Агрегатное состояние. Все будет хорошо, башне понравится. Да-да-да. Так. И, Рос, выходи оттуда. Идите сюда. Не подожди еще. Так. Не. Руди, иди сюда. Вы готовы? Вы где? А, да. Откуда у тебя базука? Ничего себе у тебя базука. Жесть! Оно не упало! Блин, мы сейчас... Ерос, ты плохо сделал свою работу! Сейчас упадет! Я делал работу! Оно не упало! А, вы что, я здесь? Она падает на меня, у меня FPS умер! Вау! Ну, вот это 100 FPS. Она держится, подожди, она на каких-то арматуринах держится. О, там есть лифт, она... поехали на лифте. Тут... Сейчас упадет, смотрите. Она падает. Смотрите наверх, наверх. Она падает на динозавра, бедный Т-рекс. Что происходит? Почему она в разные стороны летит? Она на башку динозавра упала. Нет, да мы на улице. А, у меня она приземлилась уже. Обязательно подписывайся на канал, нажав на кнопку подписаться и включай все уведомления, нажав на колокольчик, чтобы ты не пропускал ни одного ролика. Продолжаем. Подходим к синей кнопочке, нажимаем на нее. Видишь, он работает. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Посмотрим для начала, кто зашел к нам в Дискорд. Привет. Привет. Смотри, чтобы я попал, попадаю и... Он наружу вылетает. А, в меня попало, фу. А, куски исчезают, кстати. Давай вот эту штуку, что это, персик, яблоко, нет, это не эпль, помидор. Был помидор. Я предлагаю засунуть сюда Годзиллу и посмотрим, что будет с Годзиллой. Ты работает, выключается, работает, выключается. Ты делаешь? Чё? А! Это ты сделал? Да. Она же не поместится. Стой! По-моему, блендеру хана. Так, подожди, смотри, чтобы я попал. Засунем Годзиллу. Ну, давай сначала хвост засунем ей. О. Подожди, хвост попал ей? Кажется. Смотри, контролируй. Верни блендер. О, у нее фига она махнула. Она ушатала его. У него хвост оторвался. А, во, вот. И как мы засунем ее в блендеры? Она разрушает яблоки. Смотри, это, короче, переносной нож кухонный. О, видишь, она порезала бананы, все порезала. Рыгательная тяга. Это апельсин? О, как ты залез в него. А! А! Ну ты чё, за что? Я не хотел этого! Ага. Видят все, это было дружелюбно. Пять раз ударил, настолько не хотел. Нет, ты меня залез куда-то, я хотел тебе попасть. Ты по мне нахерачил молотком. Я так не хотел. С Годзилла перевернутая валяется. Подожди, Годзилла не помещается, хорошо, нужно что-нибудь поменьше. Такое у нас тоже есть. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу. За клубничкой прячься, Миха. Сейчас я. Ты, ой, он страшный какой. Ой, ты голову. Давай, все. Засовывай, засовывай. Да он достал, поворачивай. Иди нафиг отсюда, все, давай, засовываем его. Давай. О. И чё тебе, классно? Врубай, Миха! О-о-о! А ему пофигу! Он наглый хрен! Да как он не умирает? И на блендер ему поссать. С чего он сделан, добан терминатор? Я, короче, ему лицо зарисую сейчас. Отвлекай его, Миха, отвлекай его. Я его унижу. Все, я его унизил. Беги, 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 Миха. Все, 50 тысяч новый скин на Терминатора. Лежи, лежи. О,
О! Мы победили! Всё? А что ты сделал с ним? Он тоже в мир иной отправляется. Чего? Мих, ты его обоссал, он умер, теперь в мир иной отправляется. Тебе не стыдно? Хватит его подбивать еще. А что с нашим блендером? Он постепенно разрушается. Ему плохо. Терминатор улетел, нужен новый блендер. Ты видишь это? CJ? О! Goddamn, CJ! А что у него с ногами? Посмотри, что у него с ногами, как он ходит. Подожди, а кто кого? CJ или Годзилла? Давай посмотрим. По-моему, CJ проиграет Годзилле. А почему CJ умер? Я ему полбашки снес. Тебе не стыдно? Этот шоколадка зашла не в тот рай... А нет, все-таки полбашки. Он на меня смотрит, он Миш. Он живой? Он тоже возносится? Ты убил CJ! Ты грейси раньше, что я? Почему это возносится? Куда? Вернись! Ты не попал. Мы эксперимент не провели. Все, он вознесся. Трындец, но он слишком большой. Давай сделаем жаркое из динозавра. Наконец-таки мы хоть кого-то сегодня приготовим. Жаркое не в блендере делается. Да пофигу, мы фарш сделаем из него. Давай. Он попадает там или нет? Ну ты смотри. Вроде бы да. Опа. Давай сразу включу. Давай врубай. Так, походу он неубиваемый. Он там делает шики-шики. У него голова блютузная. Да. Ему типа это чесотка для него, понял какая-то? Ногу ему чешет и все. Ему пофигу на блендер. Он там, он лезгинку танцует, Миха. Смотри, он ногами отрабатывает по полной программе. Слышишь, а может его притоптать надо чем-то сверху? Его нехило там перекрутило. А что с его головой? Мне кажется, он агрессив. Да, динозавр был не такой агрессивный, как Лихакер. Это от него кусок отвалился? Не знаю. Но это куёбзит его знатно. Да, это от него. Короче, мы сделали вывод. Блендер бессилен против динозавра, Кинг-Конга и CJ. А где? Вау! Вау! Блендер возносится! Ты убил блендер, Мих! Я убил динозавра, но возносится блендер. Вместе с ним. Я подобью его. Не попал. Все, дуэль, адская дуэль, CJ против динозавра. Смотри, динозавр между ног у CJ! По-моему, он не собирается его кусать. А что происходит? У CJ появился ручной песик личный. CJ, ты мне поможешь? Что происходит? Кто-то кого-то ест. Динозавр между ног у CJ застрял. А, динозавр завалил CJ. Ну, посмотри на башку динозавра. У меня все норм с ним. Да? А что CJ-то лежит? Ну, CJ, походу, ноги откусил динозавр. CJ, вставай! CJ проиграл тиранозавру, понятно все. Он кусает его за ноги, смотри, что он делает. Он ему ноги жрет, Миха! Ты видишь? А он... у меня он бошку только себе раскромсал, CJ. CJ оказался не по зубам Тирексу. Он у тебя целый динозавр? Ну, да, относительно да. Да, блядь, я опять упал. И динозавр за нами полетел! Серьезно? Да, но он уже все. Не-а. Кто кого? CJ против Уолтера Уайта. А чё CJ меньше? Дорос еще. Они что-то не драться не хотят, мне кажется. О, он быканул на CJ или CJ на него. Надо их как-то подружить, смотри. Сейчас тут мы между ног пробежим. Оба. О, Уолтер Уайт поглотил CJ. Он как Слизерио. Не, Мих, им пофигу. Давай Годзиллу добавим по приколу. Тут какой-то ад происходит. CJ, Уолтер Уайт. Годзилла вообще во своей куда-то уходит. Годзилла, вернись. Блин, в банане застрял. А что с Годзиллой? Куда она пошла? По своим делам пошла. Да что ты на меня зыришь? Ей пофигу, Миха, ей пофигу. Она Уолтера Уайта убила. Годзилла выиграла его. А это не я попал? Нет.
Это Годзилла ему ногу расфигачила. Она сгноилась, Эджея. Годзилла Уинс. Нет, против Годзиллы нет вообще приема, мне кажется. Она неубиваема. Да-да, расскажешь. Она полетела. Понял. Исчезла. Подожди, а кто кого Годзилла... Нога Уолтера Уайта лежит. Кинг-Конг против СиДжея. Давай, деритесь. Спаси меня, СиДжей. Он же тоже неубиваемый. Или... Убиваемый. Ого, они вошли друг в друга. Но все равно ничего не происходит. СиДжей в два раза больше Кинг-Конга. Ой, блин, я упал. Кинг-Конг меньше СиДжея. Очень интересная история. Миха, гол травай-то внутрь. Заходи. Можно ему кость вживить. А почему он рассып? А что с ним? А почему у него дыра? Ты его с базуки, что ли, пробил? Да. Фига ты ему грудак пробил. Все, добро пожаловать. Домой. Нифига, я отлетел. Все, улетел. Ай! Ну все, ты какой-то агрессивный стал. Все, всем пока. Пока-пока. Это были эксперименты в Teardown. Как тебе серия? Пиши об этом в комментариях. Не забывай про подписки на канал и про лайки. До скорых встреч.